Привет из Токио, и мы путешествуем уже месяц по Японии, транслируем наше путешествие в разных социальных сетях, и эти трансляции смотрят разные люди. Постоянно кто-то пишет в комментариях, что он тоже хотел бы также путешествовать, он хотел бы посещать разные страны, так же, как и мы, и для кого-то это остается несбыточной мечтой. И люди, которые пишут, они ссылаются на то, что у них не хватает денег, у них нет времени, они работают, у них еще какие-то есть причины. Но когда ты этим людям делаешь предложение, ты говоришь: ребята, вы можете также путешествовать, мы вас можем научить этому, присоединяйтесь, становитесь нашими партнерами в компании Oriflame по бизнесу, и на этом многие останавливаются, они говорят: нет, Oriflame это не для меня, это я этим заниматься не буду, мне это не интересно, но путешествовать я хочу. Так вот, всегда будут люди, у которых есть куча отговорок, потому что есть люди, которые путешествуют, да, как мы, и транслируют это другим. И есть люди, которые сидят и смотрят это в социальных сетях. Они ставят лайки, они пишут комментарии, они даже там пишут хорошие какие-то отзывы приятные, но сами они никогда это не сделают. И сегодня, находясь в Токио, здесь, на этой центральной улице, где куча небоскребов, где куча дорогих модных брендов, я хочу вас спросить: а вы хотите оказаться в категории тех, кто сидит и только мечтает о том, что как другие люди путешествуют? Или вы хотите быть в числе тех, кто сам путешествует? Подумайте об этом, примите решение и начинайте действовать прямо сейчас.